Всем привет, с вами Умка. Сегодня мы вместе с вами поиграем в ежики. Сегодня мы будем продолжать выполнять квесты, которые не выполнила я в прошлый раз. Мне тогда в прошлый раз гвоздей не хватило. В общем, я тут немножечко уже прошла, заказала гвоздей у двух персонажей. В общем, сегодня будем работать. Итак, первое, что нам надо, это починить кулинарный фестиваль и поставить плавильню. Давайте я заберу наши гвозди. Хватит мне гвоздей или нет, не знаю. Ну, нет, скорее всего, не хватит. Ну, попробую заказать еще гвоздей у тигра. Да, и сейчас мы давайте заберем подарки. У всех. Отлично. И заберем наш ежедневный подарок. Завтра у нас будет 3 пилы для этих камней. Итак, давайте для начала построим фестиваль, починить фестиваль. Вот он чинится, этот фестиваль. Мы как раз таки выполним задание. Отлично, фестиваль поставлен. Много подготовиться и устроить веселый праздник. Хорошо. Так, теперь что у нас тут? Надо забрать награду за фестиваль. И давайте, знаете, что сделаем? Давайте вот это выполним. На фестиваль нажать вперед. Что они хотят? Они хотят грибной суп и, по-моему, это ризотто, да? Давайте приготовим. Грибной суп, раз. И... Отлично. И так, теперь у нас еще надо... А, равиоли, да, точно. Ага, мне не хватало. Ну и ладно, там, по-моему, всего две штуки мне не хватало. Не-не-не-не-не. Стойте. Нет, мне не хватает еще две штуки. Понятно, мне нужно пшеницу вырастить. Давайте вырастим пшеницу тогда. Угу. Сколько она будет готовиться? 9 минут она будет готовиться. Ого. Все. Так, ладно. Пусть она готовится. Сейчас мы давайте выполним какое-нибудь другое задание. Починить научную машину. Что у нас хочет научная машина? У нас научная машина хочет лед. И такой камень, железо, стекло. Ага, а где я его найду? А где найти? Хорошо, кладовая, давайте посмотрим, где можно найти лед. Можно попросить у друзей с помощью почтового ящика. Так, давайте стекло попросим с помощью почтового ящика. Попросить стекло у бобра. И попросить... Ага, железо. А железо как? Кладовая и... С камней в производстве и производится в плавильне. Ага. У нас есть плавильня? Нет, у нас есть кузница. Плавильню мы так и не поставили. Хорошо, нам надо поставить, короче, плавильню. Чтобы... выполнить это задание. Хорошо. Ставить, наверное, будем тут, скорее всего.
А, энергия уже закончилась. Ладно, сейчас я посмотрю рекламу и вернусь. Так, ну перед тем, пока это все принесется и вырастется, давайте, может, какое-нибудь другое задание выполним. Позвать гостей. Ага. Позвать гостей. Позвать. В путь. Заодно и что-нибудь пособираем. Так, позвать. Отлично. Давайте пособираем тут у него немножко этих яблок. Бабочки тут у него есть. Так, далее. Еще кого-нибудь. А, свободных мест нету. Все, поняла. Надо места, короче, улучшать. Далее. Ну, яблочко немножко соберем. Чудно. Ну и последнее тут у нас остался гость. Вот у него. А, все. Далее. А, еще место. Нифига себе. Все, тогда домой идем. Так, мы выполнили это задание, отлично. Так, давайте у овечки, заказ овечки посмотрим. Заказ овечки. Что она хочет? Приготовить равиоли, продать равиоли. Равиоли это вот эта вот штука. Угу. Поняла. А нашей пшеницы еще 3 минуты. Давайте еще что-нибудь сделаем. Еще заказы овечки. Возьмем. Приготовить и отправить ризотто. Приготовить и отправить блинчики. Давайте с ризотто это самое займемся. Вот так, думаю, хватит. Отлично. Чудно, и блинчики. Где у нас блинчики? Ага, нам, короче, муки конкретно так не хватает. Хорошо. Так, у нас тут пшеничка готова. Давайте выполним это задание. О, я про пчелок совершенно забыла. Давайте глянем заодно, что там у нас пчелки просят в задании. Ага, нам можно выращивать пшеницу, кукурузу и помидоры. Хорошо, я тогда в течение дня займусь этим делом и буду проходить. Так, так, теперь нам нужна мука. Пять. Пусть будет 5. И так, что у нас тут? Три, четыре, пять. Вот так. Отлично. И теперь отправить. Отлично. А, то есть мне надо. То есть мне надо выполнять все вот эти вот задания.
Понятно. Что я могу купить? Корзина с выпечкой, фестивальный ключ, яйца, гвозди, стекло, молоко, проволока, дикий рис. То есть я могу покупать от фестиваля какие-нибудь эти. Какие-нибудь штуки. Хорошо, хорошо, я поняла фишку этого фестиваля. Ну, буду заниматься этим в течение дня. В общем, вот такой вот у нас фестиваль. А, скорее всего, плавильню уже откроем в следующем видео. Да, скорее всего, в следующем видео откроем плавильню и займемся этими уже другими заданиями. Хорошо. Ну что ж, друзья, на этом буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Умка, и всем-всем-всем до скорой-скорой встречи.